Mercedes-Benz показал обновленное купе S-класса. На снимках также представлен его брат кабриолет. Компания Mercedes-Benz показала первые фото обновленных купе и кабриолета S-класса, официальная презентация которых ожидается в скором времени на автосалоне во Франкфурте. Судя по снимкам, новинки будут отличаться от предшественников своими бамперами, а также решеткой радиатора, выхлопными трубами, видоизмененными фарами головного света и задними LED-фонарям. Сообщается, что купе будет предложено исключительно в полноприводном варианте. В то же время кабриолет будет оснащен только задним приводом. Интерьер автомобилей предусматривает два дисплея с диагональю экрана 12,3 дюйма, а также руль с сенсорным управлением и спортивные кресла. Новинки также получат более широкую гамму систем помощи водителю. Известно, что франкфуртский автосалон, на котором ожидается премьера автомобилей, будет проходить с 14 по 24 сентября. Ранее корреспондент Net сообщал, что эксперты назвали 10 худших автомобилей 2016 года. По материалам сайта newsgro.com.